За границей более 90 тысяч граждан Молдовы заранее зарегистрировались для голосования на досрочных парламентских выборах 11 июля. Большинство регистраций отмечено в Италии – 19 163 заявления. За ними следуют трудовые мигранты, работающие в Великобритании – 14 571 заявление. И 12 045 заявлений зарегистрировано от мигрантов в Германии. Предварительная регистрация – это дополнительная услуга, с помощью которой вы можете объявить о своем намерении голосовать в определенном населенном пункте за границей, если вы являетесь гражданином Республики Молдова и имеете право голоса. Цель предварительной регистрации – установить приблизительное количество избирателей, которые будут голосовать за пределами страны, чтобы впоследствии, с согласия властей, были открыты дополнительные избирательные участки за рубежом, а также определить приблизительное количество бюллетеней, которые будут разосланы соответствующим избирательным участкам. Зарегистрироваться можно двумя способами – онлайн на странице регистрации inregistrare.check.md, по письменному запросу, индивидуально или коллективно, в Центральную избирательную комиссию, улица Василия Александри, 119, муниципий Кишинев, МД-2012, а также в дипломатических представительствах, консульских учреждениях Республики Молдова. Около 243 тысяч граждан, проживающих за границей, проголосовали во втором туре президентских выборов 2020 года с рекордной явкой. Досрочные парламентские выборы состоятся 11 июля. Это решение было принято после того, как президент Майя Санду подписала указ о роспуске парламента, получив от Конституционного суда положительный ответ о роспуске законодательного собрания.